О, шишилка. Надо же, как интересно, кивушки. Так, хвостик. Я чем-то похожа на растолстевшую белку, на самом деле. Ты мой сладкий. Так, и что? Ну, давай, да. Вот, хочешь себе на руку, она к тебе перебежит. Поставь. А что потом делать с ней? А сейчас мы назад вернем. Иди, мой хороший, перебегай. Ой, как хорошо. Так, приехали. Она вот сидит на руке, но не на ладони. О, как хорошо. Ты не упадешь? Я не знаю. Не упадешь? Да, давай. Прыгай сюда. А куда она теперь? Слушайте, шиншиллы очень подвижные, кстати говоря. На редкость прыгучий. Так, она сейчас, конечно, на пол сиганет, и еще и потом сидит. Нет, на пол не будет сигать. Так, давай его посадим в вольер обратно. А куда сбежала хозяин? Как ты ее, ты сама вытащил-то? Она у него на руке, он говорит, ну, подержите ее, она сейчас к вам перебежит, и убежал. Герой. Она его, кстати, ищет. Так, осторожнее. Да, ты мой сладкий. Ну, давай, иди ко мне. Да, вот, какая шиншилка. Ой, какая шиншилка. Прыгает, да. Осторожно. Да, сюда на ручку. Шершил, когда понимает, что находится не на той руке. Вы знаете, нам надо шершилку посадить, а как ее? Так. Шершилка. Попозировал Флёпа? Да. Как его зовут? Флёпа. Флёпа? Да, хороший, маленький. Супер. Ты мой сладкий, а эти господи, ну спокойно. Давай, у меня есть подарочек. Давай, не бойся. Супер вообще, классное ощущение. А остальные жирные как посмотрите? А вам оленей? Да. На улицу. Сейчас надо одеться и выйти туда. Будем минуту.